Кормление голубей с рук – популярная забава в дальневосточной столице, особенно у туристов. Однако это развлечение может стать большим риском для здоровья. Городские голуби переносят больше заболеваний, чем другие птицы. Дело в том, что живут они скученно и питаются в мусорных баках различными отходами. Вирусы и инфекции, которые они распространяют, опасны для человека. Одна из таких – сальмонеллез. Инфекция поражает желудочно-кишечный тракт и может привести к летальному исходу. Орнитоз тяжело отличить от обычного ОРВИ, однако он дает осложнение в виде хронической пневмонии. Кампилобактериоз, как и сальмонеллез, является острой кишечной инфекцией. Особенно опасен он для беременных женщин, часто ведет к прерыванию беременности. Лихорадка западного Нила – вирус, который встречается довольно редко, однако он самый опасный. Заболевание дает осложнение в виде менингита и энцефалита. Если вы столкнулись с плохим самочувствием после контакта с дикими птицами, немедленно обратитесь к врачу. Однако кормить голубей никто не запрещает. Главное – делать это безопасно. Самый лучший способ – насыпать корм на землю и с расстояния наблюдать за трапезой. Диана Иванова, новости на Восьмом.